Привет, большая страна! Добрый вечер, снежный и морозный Красноярск! Добрый день, солнечный и южный Краснодар! Мы с вами отправляемся в Красноярск, мы с вами отправляемся в один из самых замечательных и красивых городов всей Сибири на Мелбет Первую Лигу, где уже, друзья, наступает 25-й тур. Да пора бы уже начинать, товарищ судья! 13:01 в Москве, поехали, стартовый свисток! И обращаемся, друзья, к стартовым составам. 25-й тур мы с вами в Красноярске. Это Мелбет Первая Лига. Сейчас еще и достанется мне потом. За это атака Ломакин. Удар мощнейший, Ломакин! Вот, пожалуйста. Говорил я о том, что не видно его. И зарядил он метров с 30. Станислав Акацев. Никто не ждал этого удара. Никто не ждал, а он пришел. Александр Ломакин. Достаточно много заходов на моменты. И опять передача какая? Нету вне игры. Нужно успевать возвращаться назад. Здесь бегут в атаку краснодарцы. Решить! Ставер! Опять Евгений Ставер! В моменте Сокоронку он спас. В моменте с Кутовым он спас. Ну, два простят, третий забьют. Но, с другой стороны, они играют смелее, и а чего им терять? Заброс какой? Коноплин! Решить пяткой хотел Коноплин, эстетствовал здесь. Вот, пожалуйста, ответ от Енисея. Сразу бросаются вперед красноярцы и мог сейчас. 22-летний Александр Коноплин открыть счет в этом матче. Прощают. Справа атака хорошая может получиться у Енисея. Ломакин забивает рядом со штангой. Мяч летит. Вот это, пожалуй, еще один убойный момент у Енисея. Первые 10 за Красноярском во втором тайме. Это 100%. Немного не попал поворотом здесь Александр Ломакин. Вот много-много я про него говорил. И, пожалуйста, пытается в этой ситуации разобраться. Еще один момент. Здорово, Исаенко тут подхватывает. В ближний Ставер! Ближний угол. Это его владение, это его зона. И вот, пожалуйста, Евгений Ставер забирает этот удар Олега Исаенко. Очень тяжелый, очень сложный. А что здесь? Литвинов на газоне. Там первая карточка у нас появляется. И Коноплин ее получает. И 69-е появление в майке Енисея у опытнейшего Маркова. Удар какой! Акацев! И снова Станислав Акацев. И все, финальный свисток, друзья, 0-0. На фоне двух таких ярких и голевых матчей, которые открывали программу 25-го тура Мелбет Первой Лиги, у нас первая нулевая ничья. И сложно сказать, кто был ближе к голу, кто был сегодня ярче и лучше.